Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня будет кое-какие две фишки расскажу. Но самое интересное, что они совершенно бесплатно вы будете смотреть, улыбаться и прикалываться. Какое-то время проводить с семьей и, ну, и без вас, конечно, будут проводить, смотреть. Но все равно много-много интересного будет. Для от молодого возраста и до взрослых. Ну, поколение такое, что до 50 и после 50 то же самое. Любое, которое вам нужно, потребности, которые вам нужны. От 16 до 18, от 18 до 22, от 22, ну и сами догадались и поехали дальше по вашим потребностям. Так, ну что ж. Зажимаем пальчики, все слушаем и начинаем внимательно смотреть. Что нам надо? Сейчас я... Киноплей. Короче, киноплеер называется. Такой. Ну, у меня портативная программа и находится она у меня в диске Е. Ну вот здесь вот так, что может быть кто как скачает ее. Я постоянно пользуюсь прототипными. Ну, мне больше нравится, почему не могу сказать. Ну, так что я люблю, чтобы у меня было чисто все компьютеры и все хорошо работало. Я даже перед этим проверял. Практически все рабочее. Ну, я уже как бы 3 месяца. Ну, по крайней мере, я еще раз сделал. Чтобы было визуально видать. Вот он сразу киноплеер. Нажимаем. Он сразу на официальный сайт. А так как я скачал сразу на своем на русском родном языке, вы можете скачать его не только на русском, но и на своем родном. Android, Windows, там все остальное. Скачиваем, улыбаемся, читаем, смеемся, задаем здесь вопросы, какие есть, какие нету. Не мне, я имею в виду, а вот этому провайдеру, который выпускает кино. Ну, сразу говорю, скачать. Вот особенности, описание. И главное, все, что вам надо. Здесь, в принципе, вам... В принципе, ничего не надо, все для вас, честно говоря, настроено. Нажимаем его, устанавливаем и еще раз и смотрим. Ну тут нам сразу появляются новые фильмы, смотрим. Понравился нам, например, вот этот фильм, но он недавно буквально вышел. Нажимаем на него и смотрим рейтинг, если вам понравился. Этот фильм вы можете нажать, зарегистрироваться и сделать свои вложения в этот фильм. Ну, показать, что я вот тетка-дядька такой, мне понравился фильм такой. И сделать какие-то свои объяснения. Здесь посмотрели, ну, почитали, поглазели. В принципе, примерно как-то так. Здесь выбери, какую вам, я имею в виду, дублирование. Нажимаем. Ну, качество довольно неплохое, но смотреть, по крайней мере, можно. А что написано, качество дерьмовое. Это простые рукожопы сидят там. Нажимаем. Замечательное качество. По крайней мере, лучше не могу найти. Это фильм. То же самое, как и сериалы. Здесь и новые есть, старые есть. И смотрим очень много. То же самое начинаем. Нажимаем сериал, какой нам нужен. Смотрим нам оригинал. Серия какая, сезон такой, например. И смотрим... Ох, ё-моё, много сезонов. Короче, включил,
И на пару суток тебе хватит его глазеть. То же самое рейтинг, то же самое посмотрели, поставили, сделали свое вложение, понравилось, не понравилось. Ну, вложение лучше сделать, почему? Потому что, ну, такие же, как и мы, должны смотреть и то же самое делать свои фильмы, какие. Ну, наверное, скорее всего, пускать не пускать. Первый сезон серии, то же самое, что переводы здесь, то же самое нажимаем. Смотрим. Я вот сижу даже, вот, честно говоря, наушники. Джо, Меня аж наушники налей подпрыгивают. Раз. Нажимаем. им. Да. Мне кажется, довольно Кей неплохо. тут. Без кофе нет клиентов. О, мам. Довольно Карл, Карла нормально. и Карлос никуда не денутся. Они все на Так. тех же местах, что... Новинки. Новинки тоже самое одно, тоже ТВ-шоу. Ну, я не знаю, какое вам тут еще надо. Ну давайте военную тайну посмотрим. Здесь рейтинг. Сами ставьте, какую вам понравится. Сезон. Серия. О, серии тут тоже валом. 49 серий может. Кстати, надо поглазеть. Я тоже все так любитель посмотреть. Нажимаем. И вот. Что сами выбраться отсюда они не смогут, бойцы выходят на связь с капитаном Шуйковым и просят о помощи. Реклама, есть реклама, без рекламы никуда не денешься, все равно реклама здесь будет, она на этом построена. Все, здесь настройки ничего не надо делать, включаем, смотрим, пальчики вверх, пальчики вниз мы делаем, подписываемся, делаем, пишем интервью какое-нибудь. Все. Первым программы разобрались. И ПТВ плеер. То же самое. Я переименовываем. Я потом вам это подпишу внизу под видео. Скачивать, говорю, вам не надо нигде не искать. Просто берете и нажимаете. Поиски просто. Так, портативно. Ну, у меня, еще раз говорю, портативные все стоят. Удаляем, вот официальный сайт. То же самое, попадаем на официальный сайт. Вот он, все смотрим для всех. А тут вам все рассказано, показано, все по полочкам разложено. Все, в принципе. То по полочкам не раскладывать, мы просто-напросто устанавливаем. Скачиваем прототипную, нажимаем, на прототипный сразу появится, что неправильно установленный, но подождем, от имени администратора устанавливаем, он сразу работает. Все, а первую программу всегда какая она есть, что, старая, не старая, новая, не новая, все равно должно быть идут вон, так. Регистрировались сразу. Да что ну, также у меня тут есть письма. Сразу, вот, здесь настройки, так, правой кнопочкой нажали, появилось окошечко, на И смотрим здесь общее. У вас появится сперва вот такое окошко. Смотрите, вот такое окошко появится. Это так, просто поставили и все, и поперли. Интерфейс. Ну, в принципе, он у меня стоит, как бы так оставить. А все, пускай вот здесь более подробнее надо настраивать. Обновлять каналы, обновлять каналы. Это как? Перед каждым можете включать, он будет так тук-тук-тук-тук-тук-тук и перепрыгивать каждый раз. Ну, чтобы он не перепрыгивал или обновлял каналы, чтобы вот эти вот все появились, все процентики, все остальное. Список меню. Можете так сделать, можете вообще убирать его. Ну, по крайней мере, так тоже компактно, но больше почитать, больше наклеек. Довольно интересно, так понимаете. Перемотка назад, переметка вперед. Это должна быть, это то же самое, вот они. Вот здесь вот есть кнопочки, вот слева есть направо, вот видите, можете так делать. Так. Да что-то сегодня у меня. Так, вам это не надо.
Дополнительное ускорение, ну, надо поставить будет по ширине, это по ширине видео, какой к там это чуть подальше часы. А, вот они часы ставим по новой. А, протрутки, прокрутки, сокращенная панель. Ну и в принципе можете управлять со смартфона, даже скачать приложение и найдете, в принципе. И можете втыкать, не втыкать, через интернет, удаленная связь называется. Поиск часов поставили. Или программу. Ну и в принципе, вот тут у меня уже стоит. Так. Украина, поиск часов. Ну это, в принципе, мне не надо. Еще раз говорю, здесь все каналы, все нажали. Наращивая исследовательными автоматами, потом пилотируемые. Мир наизнанку, ну и все. Еще раз говорю. Миллионы туристов сюда приедут поливать мои помидоры. Если к тому времени вы их, конечно, интернета еще не съедите. А если съедите, тогда покажите им другие помидоры. Учили, договорились. Посмотрели. По рукам. Но эй, есть одно, спасибо. Если вы еще хотите что-то посложнее, побыстрее, сейчас вот сделаем, делаем, ищем провайдера, мы вот какого он нужен, ищем какой нам нужен провайдер. Ну, я как-то бывает, что есть много знакомых. Чертовски очень много знакомых по интернету есть. От Украины заканчиваю. По-моему, даже Сахалина у меня там еще есть. Созваниваюсь, разговариваю, общаюсь. Ну что ж. Вставляем Украину, смотрим, что у них. Ну, у нас же не покажут, как у них, правильно. Подождем маленько, сейчас обновление будет. Ну эти как уже интерес, уже интересно. Прям реально интересно. Включаем. Сразу говорю, от потока видео. И потребности интернет. Можно будет и подождать подольше. Ну, кстати, у меня может еще даже и не идти. Что-то, по идее, должен быть, это же интернет. Люди, ау. И кино. Вот как всегда. Хотел рассказать, похвастаться, но ничего не получается. Ладно, сделаем проще. Нам ничего не дают, мы будем делать по-своему. Так. Закрываем. Теперь делаем так. Открываем простой браузер, который у нас есть любой. У меня Firefox, как всегда. Мне почему-то нравится, не знаю. Лучше всего. Самый лучший, самый быстрый. Вставляем. И здесь пишем просто-напросто. Плеер, подождите. Это маленькое это. Плеер. Так, пишем плейлист. О, по-английски поехал. Вот, тут у нас 20-й год. Ну вот, самое первое, смотрим, у вас дают слишком много возможностей посмотреть всего, что... Вот, теперь мы сделаем как? Открываем. Смотрим, выбираем, улыбаемся, еще раз говорю.
Так, украинский. У, здесь, смотрите, даже самообновляемые листы. Ну, давайте я сперва, вот так как я живу, развлекательный, познавательный. О, мне надо все каналы. Музыкальные, радиостанции. Образуются. Так. Познавательные. Люблю. Повзрослеем. Уже. Так, самообновляемые. Нажимаем. Это хорошо, самообновляемые. Что у нас есть? Ну, это все показано, все рассказано. У нас все есть. От авторов. Так, что нам надо? Угу. Ставь выдает роботы, иногда бывают ошибки. В перемешку. А, вот для взрослых, да, видите как. Это уже хорошо, но я показывать не буду, сами скачивайте. Старые, так, так, ручное обновление. 400 источников. Так, че равна да нам? Украина, Санкевич, честно, обновляй, хороший пачек. Ну что ж, давайте все-таки здесь у нас вся Россия. Поехали. Ага, заблокированный ресурс. Но, блин, извиняюсь, вот не мог никак больше. Так, еще раз нажмем познавательный канал, вот он. Ага, 50 лучших. Вот так, на Discovery. Так, Discovery, Россия, моя планета, так, пики, включение в мире животных. Домашняя, так, 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 я не рыбак, моя планета, история, еще раз моя планета, Дисней, нет, история науки, вот, о, да, кстати, вот он же есть, он есть, вот чужие мозги-то, нажимаем его, надеюсь, он больше такое не выдаст, о, видите, пом, все есть, окей, сохраняем его. Кто куда? Так, дальше. Платное. Нет у нас денег столько. Берем самообновляемое. Всего мира. Ага. О. Мне прикольно. Кстати. А давайте. Камеры всего мира. Сейчас мы глянем. Франция, Молдовия, Париж, Португалия, США. Ух ты, Киев, Псков. Поехали. Веб-камера. Скачали. Так. Ну, платное мы не будем. Самообновляемые. Да. Ну, давайте возьмем дед украинский, как обещал. Давайте. Здесь все есть у нас. Прямой эфир, там все дела. Все работает, как не работающий канал, раскрывал статьи. Мы тебе не будем ничего. ТВ, там все остальное, ТВ плеер, лучше после. Так, украинский канал, поехали. Окей, скачиваем. Так, сейчас мы дальше будем проверять, что у нас есть. Что у нас есть? Плееры нам мне не нужны, мы уже создали. Так, платные не надо. Еще раз. Листы. О, не, надо мне. Я уже смотрел. Так, ну ладно. Смотрим у нас, что здесь есть.
Так, 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 так. Украинские, белорусские. Да, тоже, в принципе. Ну, давайте сделаем еще раз развлекательные каналы. Что у нас есть такое? Радио нам не надо. Нам нужны... Спасибо, мы уже поговорили на эту тему. О, мультфильмы спортивные. Для взрослых нам не надо. Здесь на Калхата, в принципе, это все скачал. Так, есть. Это все есть. Ну ладно, давайте пока вместе этого хватит. Так, закрываем. Запускаем наш плеер. Он, видите, как видите, запускается. Он запустился. Так, что мы здесь смотрели? Так, мы смотрели украинский. Так, давайте мы поставим опять по новой. Нашего провайдера выберем. И провайдера мы не будем выбирать. Так, нажимаем, и где мы скачали. Нажимаем украинский, открываем. Ну вот. Как написано, он самообновляемый у нас. Так. Шутка, шутка, ребята. Ваши традиции. Ха, видали. Шутка, шутка, ребята. Ваши традиции. Шутка, шутка, ребята. Не знана могутня сила. Ой, блин. Ну, мне, видите, хреново еще работает. А, так, ТНТ. Вот, блин. О, министр энергии. Дали. У меня что-то есть. Ну, блин, ты меня, видите, как у меня связь хреновая. Интернет тоже хреновенький, тем более у меня через телефон работает. Давайте где-то глянем, что там у нас. О, блин. Ну-ка. А стой ты. О! Да у вас должен быть, по идее. Вообще шикарно работает. Вот связь хорошая. Это у меня просто здесь. Хреновасто. Ты с... Ну, видите, как, блин. Ты с... Кому проявляете? Ну, может, и глушит, и ты глушаки с... стоят. Кому проявляете? Нам закид... О! Херсон! Привет Херсону. Хто виконає усе, що вона загадає. У призначений день з'явилися. Привіт, Херсон. Замок з усіх кінців землі багаті женихи, але з собою вони були не вельми гожі. Короче, где-то так примерно. А в юрбі, що зібралася, так, смотрим. На видовисько стояв один пригожий. Ми добавили. Тепер ми смотрим здесь. Добавляємо ще какой-нибудь. Какой нам канал нуда Україну ми добавили. Возьмем веб-камеру, добавляем. О, интересно даже, что это будет-то? Ни хрена себе, сколько.
вулкан. Принахи. И дождусь. Не может быть. А он же не самообновляемый. Ё-моё. О, люди, пошел под конем. Ладно. Ну, блин, правда, у меня поток хреновенький чуть-чуть. Вот такая у меня... Везде. О, блин. Поздно, не успел. Ну, придется маленько, знаете, вот как-то подождать. Алвон. Алвон. Что за Алвор, хрен его знает. Ну-ка давай. О! Здесь, наверное, веб-камера стоит, но без звука. Ну вот. Ну вот, дамы и господа, леди и джентльмены, в принципе, даже самому понравилось, сейчас буду дальше разгребаться, хотя бы уже 3 месяца смотрю. Вот, 3. И, блин, мне даже самому даже, что-то ты это сам разбираться начал. О, блин, поехали. Поехали, конечно. 40. Ну, пока настроится сейчас. Вот моя планета. О, уже настроен. Цайтглокен Урм. Четвертое место. Цайтглокен. Цайтглокен Урм. Четвертое место. Эта колокольня – самое настоящее произведение искусства, возвышающееся в центре Берна. Как лучший швейцарский сыр, только без дырок. Ну, самой башне около неплохо. 800 лет, и старушка пережила столько сам... Выйдем провайдера здесь своего. Ставим. Я ставлю российское. Ну, в смысле, я имею в виду свое. И что-нибудь такое. Будем смотреть сегодня. Ну, новость. Сейчас отключим пока, потом раз. Факты, полученные из закрытых архивов, всем. Из секретных объектов. В программе также летопись Великой Победы. Нажимаю а еще в эфире «Звезды плюс». Пока что там есть международные игры 2021. Серфинг каналов, это столько, это сколько у вас каналов будет здесь. Ну, они постепенно как будут заполняться все. Тоже так же прикольно, кстати. Каждый канал будет показывать. Как видите, да? Вот, потом, что у нас? Если бы было неважно, тебя... Так, управление. Здесь нам ничего не надо, сильно мы уже включили. Макс, я пришел показать, на что я способен, и помочь людям. То есть за рукой никто не пришел? Я пришла за рукой, почему? Вот, вы пришли за рукой. Да. Видите, дорогие мои, до руки еще далеко. Канал, вот. Так. Привет, Андрей. Поехали. Способствует уменьшению ну, в принципе, симптомов гриппа. Тоже... Винарус. Вены все, в норме, ноги в форме. В принципе, разобрались, и... скачали, посмотрели, улыбнулись. А, все, нажимаю, это за это. The Icon. Антонио Бандерас. Русская кухня самая правильная. Зато японская самая сбалансированная. Ну все, вроде объяснил. Вкусно. Ну что ж, всем спасибо, что смотрели. Было нудно, но зато прикольно. И совершенно бесплатно. Можно посмотреть
где родители живут, например, какая-то область там, ну, все, что можно посмотреть, мы посмотрели. Ставьте пальчики вверх, пальчики вниз, задаем вопросы, что-то какую-то еще какую-то программу интересную, но мы это все равно найдем и сделаем, и все бесплатно, потому что у меня в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, Яндекс.Эфире и плюс еще у нас в Ютубе. И еще плюс к этому сайт готовый будет через, ну, неделю это точно будет готовый. И все совершенно бесплатно. Но мы же чайники. Удачи. Подписываемся, не стесняемся. Покажем молодежи, как мы умеем делать.